Бля, вообще дебилы какие-то, я в ахуе просто, блядь. Белки. Меня слышно? А, я не понимаю, я переживаю, я не понимаю, что делать. У меня пропадает звук нахуй на других толках. Прекрасно. Выбор, где мои комментарии без стана. Роман, покажите, как вы держите нож. Очень странно. Вот, ага. Вот вы неправильно выдерживаете. Ну, вот такой вот тоже вопрос. Блять. А теперь послушайте меня, да. Никто из вас не истинный аристократ, да. Только я истинный аристократ, да. Никита и Холкона. Я снял много кино, и не вам говорить мне, вы, псы, что такое аристократизм, да? Раз. Никто из вас не знает, что такое... Бесценные комментарии просто пропадают, просто... Я настоящий аристократ. Понятно. Спасибо за 120 рублей, Михалков. Хорошо. Блять, реально, ну. Так это поэтому ты написал на типа из предыдущего. Пол банана за туману. Да. 120 рублей. Да. Потому что ты дохуя миллионер. Человек с предыдущего доната. Да. Так смотри, я начал 121. Получается, ты меня ты не щуп. О, кстати, факт. Факт. На рубль больше. Значит, богаче. Значит, ну да. Ой, да все эти миллионеры, которые по 120 рублей закидывают. Ну какие это миллионеры тоже, блядь, пиздоболы они. Кстати, тема со знаком минус. Тема со знаком... О, прекрасно, нахуй, но линейно-лузовые трейды, которые я уже отсюда вижу, нахуй, просто мне сразу хуярит линейно 16%. Они же не знают, насколько я... Просто верзость, нахуй. Просто, блядь, даже читаемо, нахуй. Нет, я понимаю, а, ну а при всём это... Никому об этом точно за столом не нужно. Сказать, прошу прощения, я на минуту. Никто не должен спрашивать, на минуту или там или 15 минут. Я не знаю, ну мне просто не хочется именно этих людей озадачивать тем, что они не знают время. Вы лучше подготовьтесь. Бля, вот к чему это все вообще? Типа, извините, я на минуту, и ты отходишь, блядь, на 15 минут. А смысл? Типа, ты рассчитываешь на то, что люди тупые не поймут, что ты посрал. Типа, ну, одно дело, когда ты реально на минуту отошел, скажи, я на минуту. Отошел, подписывал, вернулся. Но в другом случае ты говоришь, я на минуту, а в итоге 15, и все равно все поймут. Скажи честно, извините, я на 15 минут. И уходишь 15 минут. Потому что срать захотел. Не обязательно, конечно, говорить, я срать. Вот, ну, все. А проблема, что вам нужно со стола встать и срочно пойти, вы лучше об этом позаботитесь пораньше, да? Подготовьтесь, а когда вы сядете за стол, желательно уже не выходить, смотрите, пока я... Просто понимаете, в чего я опасаюсь? Я попробую, кстати, китайская еда, есть эту китайскую еду, и у меня клапан сорвет. Я вот это переживаю. Как мне сообщить об этом-то? Не ешьте много, ребят. Вот если вдруг такая ситуация случается, что вам действительно нужно выйти из стола, вы никому ничего не говорите, что это причина, вы просто говорите, извините, пожалуйста, я на минуту, и уходите, все. А своему шефу, который которому не нужен будет переводчик, ему я могу же сказать, то есть я сижу, я ему просто повернулся, он просто рядом будет со мной сидеть. И слабый желудок, я бы просто так искал, хочу покакать. Не, вот тут смотрите, ребята, ну они же за столом. Ну какой слабый желудок за столом, они же едят. Даже ваш шеф, и что вы так не уважаете, ну кому будет приятно, тема за столом. Ну смотрите, нет, мне нужно отойти. Все, не нужно какие-то подробности. Зачем? Кому это интересно, куда вы идете? Мне. Что вы там будете делать? Мне я понимаю, но если бы я ел, и мне кто-то повернулся и сказал, наверное, почему. Да, мы с друзьями, с товарищами всегда честно говорим. Ну, блять. Мы там сидим, он что-то типа там, не знаю, чай пьем, я не знаю, там, и кальян курит. Кому-то что-то захотелось, говорит, бля, пойду пасу. Встает, уходит, срать. Все, нормально. Там, пойду пасу. Мы так говорим, пойду, я иду ссать. И я иду ссать. Я постоянно там сижу, там все. Так, пацаны, я поссать. Все, я встаю и иду ссать. Буквально так и говорю. Пацаны, я поссать. Ну, типа, удачи. Пацаны, все, блядь, по плечу похлопаю. Все нормально. Не всем похуй, в принципе. У вас же не деловая встреча. А кто сказал, может, мы бизнес обсуждаем? Мы планы на будущее строим. Мы сидим такие, так. Мы это самое там, собираемся что-то открывать, делать.
И тут я такой, блядь, пойду пасту, сейчас вернусь. Чё-то у меня не эквивалент на третьей таверне шестой. Просто ни одного сплава, смотрите на эти сплы, говёные нахуй. Просто факин лук из них. А если наоборот, ты их удивишь тем, что ты ведёшь себя не так по стандарту, как другие, и тем самым привлечёшь их внимание, ты скажешь, бля, он так, ну, скажем так, на мир смотрится под другим взглядом, с ним по-любому надо попробовать бизнес сделать, он не такой, как другие, значит, с ним можно. Вот. Бля. Они сразу уйдут. Значит, это ненадежные партнеры по бизнесу. Значит, они пойдут нахуй. Как раз ты можешь их проверить. Тогда с ними не надо бизнес строить, если они настолько ненадежны, если они могут уйти просто потому, что ты сказал, что ты ссать идешь. Фак. Вот с этим вы не поспорите. Пробовать можно чай, например, вот так вот, если я пальцем чуть-чуть мотнул, попробовать, если мне вкус может не понравиться, условно говоря. Ни в коем случае. Как попробовать? Я должен сразу его пробовать ртом, а вдруг там он невкусный будет. И чтобы не хорошо, а если мне не нравится напиток? Вы его оставите, он будет стоять. Понял. И все. Самое главное, что это, блядь, такое, нахуй? Встречи, это просто это общение. Есть? А то есть меня боты уже, блядь, готовятся усиляться и потом лапают. Извиняюсь. Мне, к сожалению, нужно уезжать. Вот у меня больше всего... Не смогу, наверное, пообщаться сейчас. А я про это прочитал. Как правильно закончить беседу, выпроводить гостей, типа, вот мне надо уезжать. Я про это прочитал. Мне действительно нужно будет уезжать. Это не только по поводу того, что... Я на одну минутку. По поводу того, чего? Это не только по поводу того, что? Вот тут она немного спалилась. Это не только по поводу чего? По поводу того, что он харкнул на пол, да? То есть вот все-таки в этом проблема, да? А не потому, что надо куда-то уехать, да? Они вообще тебе деньги заплатили за эту консультацию. Понял. Работал фрицом 3 года в Киеве в охуенном рестике. Кого там только не было. И бизнесмены, и политики, и шоу-биз. Скажу так. Ебали они этот этик ЕКА и в хвост, и в гриму. Ну, а я о чем? А особенно, когда начинается... Ведь осталось 2 нахуй. Блядь, водочка, селёдочка. Ой, блядь, там вообще... Айд сидит, что-то пиздит, блядь, про вилку там как-то, вилку надержит. Ты что, с Байденом, что ли, там? Я на одну минутку, я понял. Извините, Максима как порвёт, он за столом так иногда убирает, мне всегда советую. Хватит, Максим, у него такой смех заразительный, я не могу. Такер Карлсон взял интервью у Дугина, там на английском. Но ты же уже 3 года в Америке живёшь. Все поймешь. Конечно. Ну, смотри. Да, сейчас все переведу. Я не могу, он как засмеется за столом. Живот на дрова. Ну, хватит. Я сейчас буду отключаться, ладно? Да, если у вас есть время посмеяться, вот правда, у меня заканчивается. Нет, стой, Максим, я спрошу уже. Да у него очень заразительный смысл. Если вы так сделаете на бизнес-встрече, то вас точно выберет. Больше не будет. Только смешнее стало, если честно, от мысли этой. Сегодня с этими как бы новыми знаниями немножко побудьте. Постарайтесь, да, вот будете есть, постарайтесь использовать прибор, чтобы у вас была практика уже. У вас, наверное, есть время. Я понял. Я значка не появилась, казалось, блядь, что-то опять не так нахуй. Быдлом однозначно 100%. Теперь я не харькаюсь в мусорку на бизнес-встречах, не держу нож так, как будто бы собираюсь убить кого-то. Блядь, ну... Помните, Сири, где был пещерным человеком? Благодарю за ваше внимание и посылаю вас... По-моему, тут так. Пройти по ссылочке в чате, да. Почему не было уведомления в ТГ? Потому что слепой, глухой, я не знаю, какой еще, блядь. Или подписан на какой-то не тот телеграм-канал явно. Это же было бы. Оно было. Кесу испугало Яндекс.Алиса, да, усрач. Вот
своими глазами смотрю на уведомления, которые я сделал в начале стрима. Вот. 14:48. Ой, блядь, я даже не заметил, в какое время я запостил. Ну, это по моему времени. Привет, я работаю. Сегодня мой друг Дмитрий Камаидзе пытался за... Подхал тот! Чего-чего, блядь? Все мимо. Что это, блядь? Что это нахуй? У меня только что атаки хватало, и сейчас не хватает, блядь. Прекрасно. Я вообще удивился, блядь, почему я проигрываю с таким столом, а, блядь, просто заебись нахуй. Найс, обуза, блядь. Просто ебанутая обуза, нахуй. Прекрасно. Просто ебанутая обуза. Рисованных столов. Ого. Привет, Сигма и просто зрители. Пасхалку в хату, как говорится. Опять тикток мемы и тренды у нас на канале. На этот раз пасхалку 1488. Короче, смотрите, за последнее время вы точно видели видео вот такого типа. Не видел вообще ни разу. Бред. Какие эмоции вызывают у вас подобные видео? Кринж. Смех, нет. Грусть, гнев, может быть растерянность? Нет. Или все-таки страх? Нет. Лично у нас они вызывают истерику и понос. Ну, короче, чё, вы здесь собрались, чтобы рассказать вам, что это за мем, откуда он взялся, какой у него блин, смысл и вызывает. Насколько он модный. Чтобы вы могли шарить я его буду. И кидать плотную пасхалочку своим друзьям. В общем, давайте разберемся, почему этот мем называется именно пасхалко. И даже не пасхалко. Что первым призывается? Через ко. Пасхалка, конечно, потому что отсылка. А именно на конкретное число, но об этом чуть а позже. Почему? Почему пасхалко? Это такая нет, нихуя. Почему именно этот набор цифр? Они означают отсылочку на вот этого прекрасного человека с неповторимыми... Вау! Каждый раз, когда вы видите это число, это отсылка на него. Поэтому этот мем... Что, блядь? Ну, конечно, блядь, залупа призовется нахуй первой. Ну, блядь, конечно, нахуй. Ну, как иначе, блядь? Ну, как иначе? Эй, блядь. Мне просто, блядь, какая-то вот такая хуета, блядь, через драконов собирается, и я не могу даже бабла никакие найти, просто ничего. Нет. Не генерацию такая. Генерация такая, блядь, вот дракон, но... Ну да. Сыпись. Есть какие-то максимально кривые векторы. О, заебись, и, блядь, мне рисуют лузовые столы, просто рисованные опять. Короче, кидайте пасхалки везде и проговаривайте. Потому что у меня фулл рисованный стол, против которого игнорится ревендар нахуй максимально. Главное, силы не заигрывайте. Ну надо же. Представляете все это? Бля. Хавать эту хуйню, под эту хуйню у меня нету даже никакой генерации, блять. И ничего толком сделать не могу, блять, походу в этой игре. Так я набились его. Приплеты of course не собираются. Я должен научно-медицински заключить, что, к сожалению, ты абсолютно дебилен. А почему атака, бля? А, так я и то ее в бою получил. Единственная карта, которая хочет получать атаку, и то я ее только в бою получаю. Так я право. Этот год запомнился небывалым подъемом музыкальной индустрии.
артистов, что называется, прорвало. Вышло какое-то рекордное количество нетленных хитов. Классно. Да, за всеми этими артистами, видимо, стоит один какой-то гений, продюсер, который бы эти треки делал, блядь, и поэтому они все такие, типа, пиздатые. Вот, реально. Ага. Их альбомов выстрелило много артистов, которые до сих пор... Подожди, а Морген? Не в 17-м? Разве? От Славы Мэрилу? А, нет, вроде 19-й. Опять все мимо нахуй. Это подолема под затулочника сейчас какого-нибудь, чтобы протыкать автоматом нахуй. Покинь на Белиссимо. Ну, мне может не хватить АТК, бля, просто прекрасно нахуй. Мне даже АТК не хватает. Вы просто смотрите на эту чепуху ебаную. Вы просто смотрите на эту чепуху. Мне ставят стол, против которого мне должно хватать АТК, если бафы вот так криво не летят нахуй. Все бафы летят криво нахуй. Просто, блядь, смерзость гнилая нахуй. Просто, блядь, обгниленная хуета, блядь. Ну что это такое, нахуй? Я просто получаю, блядь, 15 дэмэджа с нулевого стола рисованного, нахуй. Просто с рисованного стола, нахуй. И у меня, блядь, карт просто нахуй нету. Ну смотрите, как мне карта дают. Ну смотрите, вы мне, как мне карта дают, нахуй. И никак иначе, нахуй. Просто никак иначе, нахуй. Я даже ничего сделать не могу. Мне просто вот так вот рисуют карты и все. Вот так вот, нахуй. Мне либо предлагают неправильный плей, либо, блядь, ничего не делай, нахуй. Либо неправильно играй, либо не делай ничего, нахуй. Просто, блядь, заебись, нахуй. Просто заебись у меня игра. Просто факин уродство, нахуй. Ой, ёбаный рот, блядь. Я ебал, нахуй, уже просто, блядь, на мусорках, блядь, ёбаных играть. Факин браво, блять. И нету триплетов, просто ничего нахуй. Просто факин ничего. Абилку зачем-то, блядь, развиваю в начале игры нахуй. Ну, не знаю, блядь, зачем. Зачем я, блядь, нахуй стараюсь? Скапывайте, блядь. Просто класс. Какой-то Максимин, блять, нахуй, но заебись. Просто, блядь, просто мне позволяется только сделаться какая-то максимально корявая хуета, просто, блядь, я еще и лечение туда поставил. Я рот ебал, нахуй. Просто заебись, блядь. Меня просто рисуют, нахуй, говнину ебаную, блядь, просто заебись. Просто ебаную говнину, нахуй. Я просто вижу, нахуй, что у меня, моего стола, блядь, вообще, в принципе, никакого потенциала нету, нахуй. В скобочках мне рисуют максимально слабые столы, нахуй. И, блядь, реализуют лоу-шансы, блядь, нахуй. Просто уроды ебаные, нахуй, обгниленные, блядь. Просто факину неиграбельную игру, блядь, которую я отыграл на, блядь, супер! Супер, блядь, ебаный просто эсэсище, нахуй, блядь! Просто на эсэсище, нахуй! Я играю, блядь, нахуй, блядь, на 7600, нахуй, блядь, такие плеи, нахуй, блядь. И мне рисуют, блядь, топ-6, блядь. Без шансов, нахуй, без потенциалов, блядь, нахуй. Без векторов, без всего, нахуй. Просто ноль векторов. Ну нихуя найти не могу. Просто ёбнутые мувы, нахуй. Ёбнутые ещё, блядь. О которых, блядь, нахуй мечтает, блядь, сука, ёбаный гений шахмат, блядь, ебанов, блядь. Просто шахматист, блядь, посмотрит на эти плеи и ёбнется, нахуй. И застрелится, нахуй, блядь, просто, блядь. Потому что, блядь, подумает, что его жизнь никчёмна, блядь. А я лузаю на 7600, нахуй, линейно, блядь. Просто, блядь, право. Линейно. Просто мне рисуют, блядь, хуету, блядь, конкретику, нахуй, блядь. Пулит на 15, минус 15, рисуют какие-то столы, блядь, нахуй, которые максимально подходят под атаку, блядь. Атака никуда не прокает, нахуй, блядь. Я не могу нормально реализовать, нахуй, этот вектор, блядь. Просто никак, блядь, невозможно, нахуй. Невозможно, блядь, реализовать, нахуй. Просто, блядь, уроды, нахуй. Просто уроды, блядь. Просто факина, блядь, нахуй, говно, блядь, ебаное, нахуй. Ой, блядь. Просто какашенцы, нахуй, ебаные.
нахуй я пикнул Маев, блядь, которая, блядь, не работает, нахуй, через первую таверну адекватно. Бля, какие твари, нахуй, это просто без комментариев, нахуй. Просто, блядь, заебись, нахуй. Я играю на 6К, блядь, нахуй, на 7К, и мне рисуют такую хуету, блядь, просто стабильно, нахуй. Просто стабильно, блядь, мне рисуют хуету, в которой я сделать просто физически ничего не могу. Просто физически. И мне рисуют, блядь, уебаную, нахуй, конкретику ебаную под каждый мой мув, нахуй. Каждый мой мув контрится контра, блядь, столом, нахуй, который, блядь, идеально подходит под ситуацию. Максимально рисованный стол ботами, блядь. И псевдотрейда, нахуй, нулевые, блядь, 0%, нахуй. Просто которых не существует, блядь, на планете. Ебаный абсурд, нахуй. Невероятная полоса удачных песен и движений в медийке. Явление Фейса из 2К17 через 20 лет будут разбирать в университете культуры. Это было нечто. Что же стало с вами сейчас? Фейс взрослеет. Просто у меня игры сложнее, чем у шахматы, при том, что у всех игроков, у всех без исключения игроков, блядь, нету ни одной, блядь, в истории, нахуй, игр, которые были бы, блядь, нахуй, сложнее шахмат, нахуй. Просто максимально простые, блядь, казуальные, блядь, игры, просто линейные, рисованные, нахуй, просто, блядь, линейно рисованы простые игры, в которых, блядь, думать ничего не надо, нахуй, делать, блядь, а я лузаю без шансов, нахуй. В игре, в которой, блядь, от меня требуют невероятного, нахуй. От меня требуют невероятного, нахуй, просто, блядь, заебись и рисуют, блядь, под это, блядь, говно, нахуй, блядь, просто, блядь, все. Все, все плохо. Ну, смотрите на этот бред, ебаный. Просто смотрите на этот бред для бесконечной. У меня все карты разные, нахуй. У меня все карты разные. У меня под Маев все разные карты на первой таверне. Я сижу на первой таверне, у меня все карты разные, нахуй. Просто, блядь, ёбнуться. Ай, бля. Ты же меня заебала, нахуй. Как меня заебало играть в игру, в которой я единственный игрок, который имеет логику одновременно с математикой и критическим мышлением и еще множеством, блять, других факторов и параллельно просто в целом, блять, супер гениальный человек. И по итогу, нахуй, просто сижу, терплю, нахуй. Факин заебено. При этом ни у одного игрока нету, блять, даже двух таких трейдов. Даже двух. Ни у одного игрока в Хаесе нету, блядь, даже двух, нахуй, трейдов. И то в основном даже нуля нету, даже одного нету, блядь, потому что все сводится к интуитивной, блядь, гнилой логике, нахуй. И все карты разные опять. Ну, я что могу сделать? Просто все карты разные, нахуй, браво. Сейчас соберу триплет. Не туда забил, закинул, блять, на это похуй. Больше нечего сказать. Ну просто совесть, если есть у тебя, то я не могу пройти мимо лично. Действующую власть это не устраивает. У Вани возникают проблемы с концертами. Их отменяют, переносят. Ему в лапаться. 22-го года. Охуенно, я это реализую в пятерку по итогу. В то же время он совершил, возможно, роковую ошибку в своей карьере, а именно удалил все свои песни с русскоязычных стриминг-сервисов. То есть, чтобы послушать песни Фейса. Тут он реально. Нужно отдельно покупать подписку или на Apple Music, или на Spotify. У Фейса была идея создать канал... Какой вообще планете возможно, что гений игры, блять, лузает топ-8, нахуй, топ-6, блять, линейно делая такие мувы? Просто, блять, на какой нахуй планете? У меня просто, блядь, за первую таверну при двух роллах у меня собирается один триплет, блядь, без шансов его не собрать, нахуй. Против меня собирают триплеты идеально, нахуй, просто, блядь. Ну, почему нет? Просто почему бы не нарисовать против меня триплет, когда у меня игра фулл сломана, нахуй.
Окей. Просто у меня фул сломанная игра, мне рисует триплет передо мной нахуй линейно. Ебать ебану нахуй. Рисует опять же из эры. Просто, блядь, fucking care. Ой, ебаный абсурд, ахуй, просто ебаный абсурд. Ебаный абсурд, блядь. Я 5-8 не могу пробить, блядь, никаким образом, нахуй, мне его ставят, блядь, просто опять мне ставят какие-то идеальные столы, которые я, как бы, должен пробивать, если бы я играл бы на другому героя, блядь, или с нормальными роллами. По итогу, блядь, мне еще максимизируют дэмэдж, якобы, четверкой, у которой якобы остается 1 хп. Ну, бывает, блядь. Что за трейды нахуй подключаются внезапно? Ну, бывает, блядь. Просто заебенно. Когда иначе люди воспринимали всю эту игру, тогда же всё-таки началось на эмоциях, там, сильных эмоциях, да. Многие люди приняли, возможно, какие-то ошибки. Хуярим, блядь, в девятку, я не знаю, блядь, шестерку. У меня один единственный триплет, которым мне приходится максимально грамотно распоряжаться. Хуярить в шестерку. А, четвёртое это верно, нахуй. Четвёртое это верно. Ну, нормально, нахуй, всё. Просто, блядь, всё нормально, нахуй. Четвёртое это верно, все драконы, нахуй. Даже у ИСР, нахуй, нету столько драконов, блядь. Просто рафон ебало. А, блядь, вы всё. Мне не дают ни одной карты с соответствующей моей таверне, просто, блядь, всё максимально криво. Опять против меня триплет собирается, и идеальный стол рисуется, когда я реализую триплет шестерку, у меня нихуя нету. Понимаете, да? Его борьба в апреле 22-го на Ньюстрии. Просто без комментариев, просто у меня самые невыносимые игры из возможных нахуй. Просто самые невыносимые. Самые. А, нежить, прекрасно. Понимаешь, эта мясорубка будет длиться бесконечно. Дурачок, блядь, ни одна война бесконечно не длится. Просто уродство ебаное, нахуй. Из-за того, что они были выложены где-то там, синглы остались незамеченными широкой аудитории. Даже если за просто ебаное уродство, нахуй. Просто меня опять пушат в топ низкую позицию, нахуй, при том, что я все сделал правильно, но я сделать ничего не мог. Ну, блядь, чё я могу сказать, нахуй. Опять мне рисуют слабые столы, на которые я ничего ответить не могу. Никаким образом. У меня нету ответа на слабый стол. Просто никакого. Я на 7-й ход сижу без потенциалов, без всего, просто без всего. И стало популярно благодаря этому. Казалось бы,
То есть у нее просмотры там были на все видосы потом, миллионы. На обычные блоги, блядь, когда сидит просто вот так, как я, перед камерой, что-то там рассказывает. Миллион, полтора, два миллиона просмотров на видос. Просто из-за того, что она дис записала, этот дис набрал там десятки миллионов просмотров. Тоже почему-то. Ебаная моральная урода просто. Один из главных. Ну, карт нету, я ничего, в принципе, собрать не могу, просто заебись. Знаешь, у меня стол нахуй просто из ничего. Из говна и палок. У меня все нечетное, я не могу и предпикать пятерку. Хотя у меня тройки есть. Заебись. О, блядь, Брайан Мапс, ему тут как будто 5 лет. Я все думал, что Брайан Мапс не меняется. Нет, я теперь вижу разницу. Хорошо. Коллегами по цеху. Честно, малыш какой-то. Отвечает ей в своем видео, назвав Лиску Пиской. Там одна девочка, зовут ее, по-моему, Лиска, хотя я бы ее назвал Лиска Писка. И вроде бы ничего не предвещало большой войны, но Лиска... Чё, блядь, серьезно, из-за этого? Выпускает дис на Теву. Ебать, конфликты раньше были. Сейчас, чтобы конфликт спровоцировать, надо прям такое сказать. А тут Лиска Писка, блядь, надо... Просто заебись нахуй. Я все сделал, блядь, в рамках возможного, блядь, 50% лус, 50% летал нахуй. Просто ебать нахуй. Ой, вот это, конечно, да. А ты выживи с талантов когда-то делал в США. Рок'н'Роллс. Да, походу не смог. Таланта не хватило. Клуб даже полез, зачем тебе это? Результат. Минутку. Ты знаешь, что я? Можно было и не скипать. Просто передо мной все бесконечно рисуют триплеты, просто бесконечно. Давай. Ты не вовремя это сделал, но давай послушаем твое предыдущее, ну-ка. Чесу, здорово, здорово, чат, всем хорошего вечера. А, ну да, вы пират, а пиратов ноль, здорово, просто спасибо, ничего сделать нельзя. Спасибо. Классно. Вот только так и сделать. Какого вечера, уже ночь? 5 миллионов просмотров. Фан-база Лиска. Единицу каждый раз. Запускает собственный мерч. На некоторые периоды... Это, блядь, воркин на минималках. После диса каждое новое видео Лиски набирает под миллион просмотров, а Тева выпускает ответный дис. Ой, бля, это был пазл такой. Ну что там, Лиска? Бля, вот это мне, блядь, сука, мерзость. Ну ты его добила просто-напросто. Без обид. Без обид. И ловит огромную порцию хейта. Подвергается буллингу. Я не понимаю, ну типа, это ж не произошло за минуту, блядь, он написал этот трек, он его спел, ну как, спернул его в микрофон. Человек это все сводил, потом они клип снимали, долгое время оператор это все снимал. Почему ему на протяжении всего этого процесса никто не сказал, братан, ты допускаешь ошибку, это все выглядит как хуйня. Почему вообще это снимаем? Ну что, люди там не ощущали этого кринжа во время съемок? Тот, кто ему трек сводил, он не ощущал кринжа во время сведения трека. Как это по итогу дошло до финала? Охуенные хиты, блядь, просто прекрасные. Это же ловит огромную порцию хейта, подвергается бутылке. А, ну и налево, но тут и не наконец-то. Делает большой перерыв, возвращается с новым клипом, однако результаты плачевные. В конечном итоге он сдает свой канал. Морек просто так, искусственный. И его удаляют за нарушение правил сообщества. Сейчас Атеба работает в рекламном агентстве. Лиска фактически уничтожила его карьеру блогера. Что же с музыкой Лиски сейчас? Начиналось все красиво. После успеха диса на Атебу, Лиза выпускает клип «Говорящие головы». Конечно, о, да. Такого же буст, как с Атевой, не было. Но как первая самостоятельная музыкальная работа, без привязок к конфликту, вполне удачный эксперимент. Дальше мы можем с агитационным клипом в преддверии президентских выборов 2017 года. Давай, тут Морген пухлый. Флоп с агитационным клипом. Да, да, я тогда тоже, это 2018 год, я тогда тоже записывал про этих блогеров и видосик. Про выборы, про их клипы. Потом ко мне человечек один пришел и начал мне там рассказывать, что там меня там это самое, что поебало завалил. Менеджер Юрика, который на протяжении потом 4 лет периодически мы с ним списывались, и он продолжал это делать, скажем так. Вот. Но потом, по мнению Стаса, как оказалось, это все рефтель.
это все шутка была и прикол. Прикол длительный. Ну как мне эту карту забрать? Просто ебись. Года. Класс. Вот. Я потом помню, записывал видео про Хованского. Как? Да, когда его посадили, я уже был в Америке. И я взял из нашей переписки сообщение этого челика. ТГ у нас была переписка с ним. Я там взял сообщение, заскринил. Причем без упоминания имени, там не видно телеграмма, просто сообщение какое-то. И видос добавил. Он после этого взял полностью нахуй всю переписку удалил. То есть это вот, как говорит Стас, шутка была. Но почему-то из-за какой-то шутки, юмора, блядь, он аж нахуй почистил всю переписку со мной после этого видоса про Хованского. Какая-то шутка непонятная, да? Вот, серьезно, да. Ну ладно. Президентских выборов 2018 года. Всех, кто принимал в этом участие, утопили в дизлайках и отписках. Ну, уроды ебаные, нахуй, что я могу сказать. За Answer мне хуярят, блять, топ-6, топ-7, блять, на лоу-рейтинге ебаном, нахуй. В котором я сделал все, блять, максимально правильно на СС, нахуй, против казуального лобби, нахуй, казуальных ебланов, блять, просто, блять. Ёпт. Просто 6 нахуй и 6-7, ну и что я могу сделать? Записывал тоже видос, вот это превью Соболева, представляете, Соболев такой типа, продажный блогер. Просто мне хуярят 100-100 без возможности моей какой-то, блядь, реализации нахуй что-нибудь сделать. Мне рисуют якобы, блядь, две карты, которые я могу реализовать нормально, прикольно, блядь, могу на нечетных картах поиграть хотя бы, но... Мне рисуют сразу 100-100, блядь, нахуй, рисованные столы. У кузуальных уебанов. Соболев, который теперь записывает про Молстрой, говорит, какой Молстрой лицемер, о боже мой! В том числе и Лиску. На 7600 я ничего не могу сделать просто. И все продолжают жить дальше. Следующий клип Лиски снова Дис. Не, аналогично, чело сидит... Чело... Я смотрел игрока с 7700, играет на похуй, блядь, просто, блядь, ничего не анализирует, просто, блядь, наитивно карта тоже пикает, блядь, и выигрывает игру. Вова Пейн, блядь, тоже самое, нахуй, близко к моему рейтингу. А мне хуярят, блядь, просто линейную хуйню и лоскутика, блядь. Просто рисует лоскутика. Просто уебанство. Факен браво. Ну, смотри, я на дизм... только что играл, блядь, игры в поникшем состоянии после того, как я показал хую, блядь. Я отыгрывал ниже своего скилла, я могу брать топ-2, блядь, топ-1 без проблем, нахуй. И то, блядь, топ-1 нарисованный, но и причем заслуженно. Причем заслуженно. Здесь я отыгрываю на максимум, максимально заслуженно на топ-1, меня хуярят, блядь, просто без шансов, блядь, хуй пойми куда. Без шансов реализации, без всего, нахуй. Всем раздают казуальные роллы. Просто пивные, блядь, обосранные уёбки, блядь, нахуй. Под вейпом хуярят, блядь, карты и ничего не понимают, блядь. Честно говоря, я и так как бы поняла, что мы бежим от правительства, по сути. Бежим от вот того режима. Мы не можем, даже если мы очень сильно заходим, я не хочу. Где она была задержана в изоляторе на некоторое время? Она делала те вещи, в которых я такая, ну вот я готова буду просидеть до того, как мы в тюрьме. Мы должны были там двое-семь суток провести вот в этом вот, в бордере мест, где на границе, предварительно ТПЗ. Но в конечном итоге оказалась в Америке. В другом, кстати, мы жили в квартире всего лишь 3 месяца, и вот мы переехали. Сейчас мы тут. Там она сделала каминг-аут как лесбиянка. Моя сексуальная ориентация – лесбиянка. Призналась, что... А, прикиньте, чел на 9К такой сидит, блять, надо в этого мурлока активировать, блять, нахуй, потому что он же активирует батлкрай, а он же сам себя активировал. Прошлый ход, нахуй. По такой аналитике он бы прокнул, блядь, в третьем. Я просто нажал, блядь, по приколу. По такой же мысли, но я понимаю, что это так не работает. А чел не понимал бы, что это так не работает, нахуй. Он бы нажал сюда и... Ему бы показали, что он забахается по этому. Чтобы он знал. Чтобы он знал и хуйню не творил на этом рейтинге никогда. Больше. И дальше получал рисованные карты. Все обвинения отрицал и в конце.
конце прошлого года выиграл суда клевете. В Мексике Лиска поженилась на своей девушке Саше Федотовой. Мы поженились, потому что мы любим друг друга, во-первых. Жить в Америке Лиске позволяют продажи ее мерча, реклама в соцсетях, работа курьером и стрижка травки. Там она абсолютно легальна. Последнее видео на канале Лиски вышло аж 7 месяцев назад. Это влог из Universal Studios. Они живут обычной жизнью, ну, в плане, типа, там, курьером подрабатывают, курьерской. У них там машина своя такая классная. Что, ублюдки, блядь? Катаются на машине, продукты развозят и все. То есть, нормальная обычная жизнь в Лос-Анджелесе, чё бы нет. А, да. Вот все. Я раньше не видал её аппаратуру. А этот чё? Одним из главных фрешманов. Просто, блядь, просто, блядь, играю игры, в которых я начинаю с двумя пешками, нахуй, а всем раздали, блядь, нахуй, ну, нормальный стол. Просто представьте себе, мне приходится играть в шахматы грандмастером с двумя пешками и конем. Ну хули, ты же грандмастер, блядь, ты же выиграешь, нахуй. На вот тебя, блядь, настолько хуевые карты, нахуй, что просто, блядь, пиздец, нахуй. На тебе настолько хуёвая карта, блядь, что, понятное дело, с двумя пешками и конем выиграть невозможно никакой партии, даже против самого конченного новичка, только, блядь, если он сам, блядь, не знаю, нахуй, коня проведет, блядь, до... Короля проведет до коня, нахуй. Удобно, не будет убивать коня, нахуй. Вот такие, блядь, у меня игры, нахуй. Вот тебе две пешки, нахуй, и конь, хули умный, блядь, на, играй. Хули гений игры. Еще параллельно будем тебя моралить максимально жестко. Просто, блядь, заебись. Увидев и услышав, одно я знал. Не забывай, аудитория Дитфейста начинает расти бешеными темпами. Само собой, музыкальные лейблы не могли упустить такой талант. Предложение от Газгольдера оказалось самым привлекательным. Ну, превосходно просто. Просто 25% луз, нахуй, ну хули нет. Вспоминаем яркое приглашение. Хули не нарисовать луз просто с пустого места, заебись. Забен. Благодаря солидному бюджету лейбла у Дифеста начинают выходить очень качественные клипы. Первый же клип у Лики стал абсолютным хитом и самой успешной песней в карьере молодого артиста. Заебись, мне не дают чела, который не лавалапается никогда в жизни. В жизни, нахуй, никогда не лопать. Найс, у меня карты, блядь, просто. Ебал. Вау, найс. Найс карта. Level of course. К сожалению, Дифесту за эти 7 лет не удалось выпустить треки, которые могли бы произойти по легендарности. Я не могу распределить под 2 атаки хп таким образом, чтобы у меня было здесь 7. И 5, потому что я заберу на одно существо больше, суммарно с 2 хп. Математически. Если 6 хп может затрейдиться 2 умноженное на... 6 укладывается в 3, в 3. А 7, 5 укладывается здесь в 3. 5 укладывается в 3. 7 уже укладывается в 4. 4 плюс 3 я затрейджу на одно существо больше в среднем. Ну, чуть-чуть в среднем, понятное дело, чуть-чуть в среднем. Потому что не весь стол 2-2. Но, блядь, мне рисуется лузовый просто стол, нахуй, из которого я его, в принципе, и выиграть не могу. Просто вот так вот. В марте 22-го он выступил на благотворительных концертах в Польше с другими артистами, где собирали деньги украинским беженцам. Нихуя нет. В том же году вышла пара работ на украинском языке. Сейчас Кирилл живет в Польше. Это просто это не моя игра, вот это, блять, нахуй. Просто мне кидают карты не под ту игру, которая вообще возможна. В августе прошлого года вышел альбом Geek. Дифест не указал артистов на фитах. Опять карт не о том. Совсем серьезные люди. Два трека со скрипом. LJ, Friendly Tag 52. Какие мы звезды, обычные парни. Люблю нашу квартиру, ты только кухня и спальня. Не, все, у меня курс трейда, курс тролла я сделать ничего не могу, просто уроды мне кидают вот такие карты, нахуй, которыми, блядь, просто физически ничего сделать нельзя. И без комментариев просто. Посмотрите на эту хуйню, я не могу, у меня три ролла я ничего купить не могу.
Я три ролла ничего купить не могу, просто ничего. Я ебаные три ролла не могу ничего купить, просто ничего, нахуй. Цените просто плей, нахуй, который мне приходится делать. На шестой ход. Блять, просто заебало нахуй. И у меня опять игра доведена до полной неиграбельности. У меня тройка стоит, две тройки на шестой ход. В четвертой таверне, блять, просто заебись нахуй. Всем все раздается параллельно по роллам, блять, на других тавернах. У меня 1-1, 3, блять, 1 нахуй. Просто мерзость. И у меня нету триплета с учетом того, что я оставался на первой таверне. Просто, блять, заебенно нахуй. У всех раздаются триплеты, скорее всего, с учетом того, что они сидят в первой таверне. Я теряю большое количество хп, с учетом того, что, блядь, я билкой позволяю себе оставаться в первой таверне, нахуй. Мне хуярят, блядь, на максимум. Нормально. Я покупаю существа, блядь, под обилку, нахуй, просто, блядь, заебись. Очень интересно. Не, у меня и просто игры нету, нахуй, все. Опять. Охуеть, блядь. Если вы потеряли Макса с радаров, то у Макса все стабильно, как и раньше. Макс продолжает пояснять, что носить зимой 24-го. Лучшие кроссовки на весну 24-го. Где покупать дешевле всего кроссовки 24-го? Но потом что-то произошло, и он так всем надоел, что даже начал нравиться. Сработала технология окна Авертона, и люди приняли штамповать мемы, и Витя АК из подзабытой легенды стал мемным и модным персонажем. С ним снимают интервью, зовут на различные шоу, заказывают новые рекламные треки. А, у меня дракона нету, прекрасно, нахуй. И мне предо мной рисуют триплеты, когда у меня триплет, блядь, не реализуется никогда. Просто прекрасно. Мне приходится менять полностью геймплей, и просто замечательно. Очень здорово. Просто заебись, нахуй. Фул, меняем геймплей, блядь, два дракона, бабл сюда, нахуй, один бабл, просто замечательно. У меня нету даже, блядь, хуйты, которая сохраняет бабл у меня. Замечательно. И нету таунта под 17-16. Адекватно. 20 хп, обилка не реализуется, ничего не реализуется, просто заебись, нахуй. Я нахуй. Ай, да? Бля, я понял, что тут в миллионах в скобочках. Игорем Рыбаковым. С говорящим названием заряжаем бабки. Знаешь, сколько мой YouTube на пузе логотипов выжиг? Послушай, дядя, ты чё мне угрожаешь? У
уж такому дуэту точно веришь. Поднимать бабки они умеют. В отличие от многих рейдеров, которые фоткаются с деньгами. В большинстве своем это авансы от лейбла. Фактически кредиты, которые нужно отбивать. Кстати, Рыбаков звучит не все год. Мне, скажем так, когда в Москве жил, несколько рейдеров попрощали, чтобы им денег занял. Хотя их треки как раз таки говорят об обратном. Они там при бабках, бабло, 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 бля, деньги, деньги. Потом смотришь, что тебе пишут, бля, займи 400 тысяч рублей, пожалуйста, я отдам через 2 месяца. А я понимал, что нихуя не отдаст. Не, неплохой код. Ну, тоже занимал. Ну, там, блядь, не 400, там 6 миллионов рублей было в общей сложности. Не сразу 6 лямов, а постепенно. Я ему помогал с альбомом просто на тот момент и с клипом. И еще там со всякими вещами. Ну, там накопилось 6 лямов долгов, блядь. Такие рэперы, да. Но он мне вернул, естественно. Еще давно. Вот. Плохой парень? Ну да, плохой парень. Вот. Ну, только на это. Понял, что плохой парень вернет. Ну вот я вижу людей насквозь. Я понимаю, кто даст, вернет точнее, а кто не вернет. Ну, помимо плохого парня, другие рэперы узнали, что я тут раздаю деньги, тоже обращались ко мне. Вот им я не занял. Я не буду уже говорить, кто это был, я не знаю. Но потом другой известный стример занимал одному рэперу деньги, и он в итоге не возвращал. Вон, у всех триплеты, как я и говорил, всем триплеты уже раздали или нормальные столы, но... Блять. Приходится собираться, блять, из того, что мне дают, нахуй. Оказывается, что... Кое-как. Как и в прошлой игре, мне на это просто рисуют нахуй ёбнутые столы и просто, блять, всех пиковых оппонентов, которые имеют максимально ёбнутые столы, которых просто невозможно собирать нахуй против, в моем случае. Ну, Лукадзис, блять. Лукадзис, просто Лукадзис. Просто ёбаное пивное долбоебизм нахуй против меня играет и собирает вот такое. Ну, я что сделаю? А я что сделаю, блядь? Я тогда засрал его, этот трек. А я что сделаю, если у меня роллы говна и меня прессуют единственного игрока здесь, прессуют нахуй? Я единственный, кто здесь нахожусь под прессом нахуй, просто, блядь, максимизируюсь нахуй как могу. О, блядь, добить. Классно. Роллов нету, нихуя нету. Классно. Просто, блять, вау. Триплеты не собираются, of course, моментально, просто автоматически. Именно в 17 году вышел Дико, например, самый известный трек Фары. А сколько пройди было, даже блогеры под него диса записывали. В 17-м вышел мега успешный альбом Фары Pink Floyd, на котором были такие хиты, как Фара стал полноправным лидером индустрии, голосом молодежи, с многотысячными концертами по всему СНГ. Что же с Фарой сейчас? В отношении Фараона такой формулировки даже не возникает. Все же Глеб, несмотря на свою закрытость, постоянно подбрасывает. На, блядь, бам-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 
7, блядь, нахуй, 600, нахуй. 7600, блядь. Нормально. 7, блядь, 600, нахуй. Я играю, блядь, с ёбаными мусорными, нахуй, блядь, с нубами, блядь, новичками, блядь. И я ничего сделать не могу, блядь, просто 3 игры, и 4, блядь, просто мне в наглую, блядь, рисуют максимально плохие заходы, в которых я сделать просто физически ничего не могу. Просто заебись, нахуй. Просто заебись. Есть Юлун, блядь, все готово уже, нахуй, блядь. Все возможности есть, блядь, просто все карты, блядь, по одной. Покину МГ. Бафаться нельзя, просто прекрасно. У чела ХП максимальная,
просто, блядь, заебись нахуй. У меня хп минимальная в пятой таверне, блядь, ну, заебись. Бить, блядь, просто. Ну я не утверждаю, я просто говорю ощущение. Ну, блядь, в животе мне забрубило. Бабл я не смог получить, плохие драконы, точнее трепета нету. Замечательно, купить нельзя. Понятное дело. Токен браво. Ей 34. Это я не могу продавать, потому что сюда желательно собирать то, что нужно. Мне приходится продавать вот это говнину просто. Просто замечательно. Так играем нахуй. Три батлкрай и бам, вот это продажа. Если еще и с бульваром депо помириться, то все. Планета этого точно не переживет. Глобальная трудина захватила весь мир. Телевидение отходит на второй план. А интернет выходит на первый. В апреле 16 года мемы с Сергеем Дружко, ведущим одиозной передачи «Сниманный факт» про мистические явления. Из нулевых внезапно захватывают сеть. Они мелькают в Бля, я помню вот этот 5 минут назад, я помню все, блядь, кому не лень, делали кавер на эту песню. Ну, самый такой... С искусственных, блядь, жмуриков, которых я гарантированно не ловлю, хотя обязан. Потому что я сделать больше ничего другого не мог в этой игре, ну, прекрасно просто. Просто 61, хотя я не должен здесь лажать никаким образом, нахуй. Я забафал достаточно атаки, у меня достаточно баблов, нахуй, но я проигрываю, блядь, просто заебись. И не войны. А, ну, ну, хули нет. Просто на халяву у меня забирают всех существ, которых я, собственно, трудом разбафывал, нахуй, мне просто ставят дракона, нахуй, максимально пикового чела. И опять сделать ничего не могу физически. Ёбнулся, нахуй. Просто ёбнулся, блядь. Во всем виноват Алексей Навальный. Шоу с первых выпусков набирает большие просмотры. Каждое видео... И там еще шестое место, да, нахуй. Как резко сильно начало набирать просмотры, так резко сильно и упало. Вау. Вау. Помимо Дружко появляются... Ну, я что могу поделать? Я отыгрываю главное на СС, я знаю свой рейтинг, я знаю свою игру и знаю, что я лучше, блядь, остальных, нахуй. Мне этого достаточно, конечно, блядь. Потому что я топ-1 по адекватности и могу, блядь, распределять приоритеты понимания нахуй всего, но уёбки, блядь, нахуй рисуют на экране то, чего я не должен видеть. Это все равно обидно, нахуй. Я же играю ради того, чтобы видеть на экране то, что, блядь, я заслуживаю. А не то, что уёбки гнилые хотят. Ну, блядь, я так играю 9 лет, нахуй, уёбки рисуют, что хотят мне. И морально, блядь, издеваются и ломают мне игры. Конкретикой. Вместе с героями года. Как ты, а на любом рейтинге, нахуй. Просто на любом. Там уже челом на 12к рисуют, блядь, игры в наглую. Каждую игру хайрол, нахуй, просто в наглую хуярятся, а я ничего сделать не могу. Каждая игра ёбаный хайрол, блядь, каждая игра ёбаный рисованный хайрол. Из-за того, что я реагировал, блядь, как вчера, блядь. А мне вон ломают игры, я просто уже, в принципе,